Семиместный кроссовер Cherry Tiggo 8 вышел на китайский рынок всего год назад, но на шанхайском автосалоне уже показана модернизированная версия. Внешние изменения сводятся к светодиодным фарам, новой радиаторной решетке, бамперам и хромированному декору. А вот салон переделан полностью. Здесь теперь сразу три экрана. Виртуальные приборы на диагонали 12,3 дюйма, медиасистема с экраном на 10 с четвертью дюймов и 8-дюймовый дисплей климат-контроля. Хотя оставлены и вращающиеся кругляши регулировки. Создатели не без гордости сообщают, что медиасистема активируется сканированием лица или отпечатка пальца, а также воспринимает голосовые команды на 32 диалектах. Собственная сим-карта обеспечивает в Китае постоянный доступ в сеть 4G и связь с облачными сервисами Baidu. Но главное приобретение обновленного Tiggo 8 – это двигатель. Устаревший по китайским мерам 1,5-литровый турбомотор на 1,5 сотни лошадиных сил уступает место новому двигателю 1.6 TGDI из семейства Эктека. Турбочетверка развивает 197 лошадиных сил и 290 ньютон-метров, а в паре с ним работает 7-ступенчатый робот Getrak с 2 мокрыми сцеплениями. Кстати, вслед за четверкой 1.6 семейство пополнится и другими моторами объемом 1.2, 1.5 и 2 литра, которые появятся под капотами разных моделей Cherry. В Китае машину предлагают по цене примерно 1 150 000 рублей, а в следующем году кроссовер доберется и до России. Серийный седан Cherry Ariza GX – это глубоко модернизированная модель Ariza 5. Платформа сохранила стойки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади. 1,5-литровый турбомотор развивает 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Коробки передач – 5-ступенчатая механика или вариатор с 9 фиксированными передачами. В России машина появится не ранее следующего года.